Друзья, еще очень много людей спрашивают насчет складных ножей. Да, у нас тоже в Кизяре есть довольно-таки приблизительно плюс-минус 20, есть 20, где-то 20 ножей есть, 20 штук кизярских складных ножей. Но если человек спрашивает, какой нож посоветуете, не кизлярский, из складных, я вот советую вот именно этот нож. Вот именно этот нож, сталь очень хорошая, сталь D2, механизм на подшипниках, лайнер лок, замок. Очень такой интересный, еще добавок с клипсой, вот такой вот нож, сильвер. Такая интересная, красивая работа. Главное качество тоже. Заказывайте, вот такие варианты тоже есть у нас в наличии.